Качественные семена, правильное питание и хороший грунт являются залогом отличной рассады, которая в дальнейшем порадует вас богатым урожаем. Доброго времени, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы узнаем, как правильно выбрать семена, на что необходимо обратить свое внимание при их покупке, а также посадим некоторые овощные культуры производителя ООО «Ваше хозяйство». Данная фирма на сельскохозяйственном рынке заняла свою нишу более 20 лет назад. Кто держит домашних животных на подворье, уже давно оценили различные кормовые добавки для них, а также она выпускает удобрения для садовых, огородных и цветочных культур и средств борьбы с вредителями и болезнями растений. Более подробную информацию о всех товарах вы можете найти на сайте производителя, ссылка под этим видео. Уже несколько лет ваше хозяйство выводит прекрасные качественные семена как оригинальных, так и гибридных сортов. Сегодня мы с вами посеем некоторые овощные культуры и в дальнейшем будем смотреть от семечка до урожая их результат. Хочу отметить, что начиная с посылки, меня порадовало, насколько аккуратно и качественно было все упаковано. Ведь важная составляющая, которая говорит о том, что о клиенте заботятся с самого начала. Красивая упаковка семян привлекает внимание. Хотя, конечно, нам, огородникам, важна не обертка, а содержимое и его качество. Однако не отметить красоты тоже нельзя. Например, как опытный агроном по образованию и садовод-практик, хочу сказать, что производитель все необходимые данные указал на упаковке с соответствиями с требованиями. Например, на ней должна содержаться такая информация, как название культуры. Хорошо, кстати, когда картинка совпадает с конечным результатом. Я уверена, что в нашем случае это будет на все 100%. А если хотите проверить, то подписывайтесь на канал и увидите процесс выращивания и результат. На обратной стороне обязательно должны присутствовать такие данные, как агротехника выращивания, сроки заготовки семян и годности. Подробное описание культуры, а самое главное, что мы видим, это соответствие семян ГОСТу, чем сейчас многие производители пренебрегают. Сразу хочу отметить, это большой плюс селекционерам вашего хозяйства. При вскрытии мы видим вторую герметичную упаковку, благодаря которой хранение семян значительно увеличивается. И сразу радует внешний вид сеянцев. Все как на подбор, один к одному, чистые, одинаковые, даже выбраковывать нечего. Как правильно сеять семена, вы можете посмотреть видео по ссылке под этим роликом. Но на что, пожалуй, я обращу ваше внимание, так это на то, что семена необходимо сеять на уплотненную влажную почву, после этого укладываем их и прикрываем рыхлым грунтом. Далее необходимо закрыть посадки полиэтиленом. Это мы делаем для того, чтобы поверхность почвы не пересыхала и не образовывалась корочка. Ведь молодым росткам будет сложно преодолевать засохшую землю, а значит, некоторые могут и погибнуть. Но если поверхность будет всегда рыхлой и увлажненной, то первые семидоли мы с вами увидим уже в ближайшие дни. В следующем видео поговорим, чем и когда необходимо подкормить наши посадки. Ведь от правильной подкормки зависит крепкая рассада. Как я говорила ранее, у производителя вашего хозяйства есть целая линейка удобрений. Поэтому ждем наших всходов, а пока вы можете пройти по ссылке под видео и ознакомиться с товарами данной фирмы. Кстати, я уверена, что в магазинах вашего города многое продукция уже реализуется. Крепкой рассады вам, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. До встречи